дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в YouTube. В этом видео я хочу разобрать для вас вот такую вот мелодию, можно назвать это пьеской, в испанском стиле. Здесь мы будем играть аккорды при помощи барре, поэтому она подойдет больше для тех, кто уже, значит, не с самого начала играет, а уже чего-то, что-то научился, что-то умеет, кто уже умеет, грубо говоря, играть аккорд барре. Итак, давайте приступим. Она состоит из двух частей. Сначала разберем, каким боем, каким ритмическим рисунком играется эта песня, можно так сказать. Давайте зажмем с вами аккорд-ашем. Это барре на втором ладу. Далее вторая струна на третьем ладу и четвертая, третья струна на четвертом ладу. Вот такой аккорд-ашем. В правой руке нам нужно сыграть вот такой ритм. Мы сыграем вниз указательным пальцем, вверх большим, далее опять вниз указательным и еще раз вверх большим. Получилось 4 удара. Вниз, вверх, вниз, вверх. После этого мы глушим. Это 5-й удар. Итак, еще разок. Раз, два, три, четыре, пять. Заглушили. Идем дальше. Вверх, вниз, вверх. Получается 8 ударов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, естественно, потом мы опять повторим. Получается. Вниз указательным пальцем, вверх большим, глушим двумя. То есть идет сначала указательный и ребром большого. Дальше мы следом касаемся всех струн с таким вот немножечко размахом, то есть щелчок такой небольшой. Итак, на аккорде ашем мы сыграли один такой ритмический рисунок. Далее мы переходим на аккорд F, диез, М. То есть мы не убираем указательный палец со второго лада, а убираем вот здесь вот пальцы, меняем. То есть вот это отсыпаем. И вместе с указательным на втором мы зажмем еще пятую и четвертую на четвертом ладу. Итак, первый аккорд ашем. Второй аккорд на ашеме мы сыграли один раз. Второй аккорд FM диез тоже один раз сыграем. Третий аккорд это аккорд G на третьем ладу, взятый при помощи барре. То есть указательным пальцем все струны на третьем ладу, далее третья на четвертом ладу и пятая с четвертой на пятом ладу. Вот такой аккорд G мы сыграем, тоже один ритмический рисунок на нем. Итак, давайте повторим. Ашем, F, диез, минор, М, точнее, F, диез, М, да, вот так вот. Ашем, F, диез, М, G. В первой части это опять будет F, диез, М. Тоже один раз сыграем. Получается раз, 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 раз. После этого мы переходим ко второй части. Зажимаем барре на седьмом ладу указательным пальцем. Это будет аккорд ашем, но седьмого лада. Итак, все струны на седьмом, далее пятая и четвертая на девятом. И нам нужно будет здесь сыграть вниз, вверх, вниз, вверх, глушим, вверх. А когда будем играть вниз, подставить мизинец, убрать его отсюда и поставить на первую струну на девятый лад. Еще раз. Сыграем вниз с мизинцем на девятом ладу и вверх. Мизинец переносим на 10 лад по первой струне. Получается. И с мизинцем на 10 ладу на первой струне опять сыграем вниз-вверх. Получается. И еще раз вниз-вверх. Потом опять на 9 лад мизинец, опять вниз-вверх. Еще разок повторим.
опять ставим мизинец на место, на четвертую струну, на восьмой лад. Точнее, на девятый лад. Итак, давайте еще раз эту фразу на аккорде Ашем. Ну, здесь вот можно еще добавить глушение, либо не играть глушение, просто сыграть удар вниз. Переходим к аккорду А на пятом ладу, зажимаем все струны на пятом ладу, третья на шестом, пятая и четвертая на седьмом. Здесь нам нужно будет сыграть на этом аккорде раз, два, точнее вниз, вверх, глушим, вверх, вниз, вверх, глушим, вверх. И когда идем вниз, мизинец нужно убрать отсюда и поставить на первую струну на седьмой лад. Вниз и вверх мы уже его опять ставим на опять на четвертую струну на свое место. Точнее, сыграть вниз вверх. Да, два раза здесь мы сыграем. На, значит, мизинцем будем держать первую на седьмом. Вниз вверх и дальше. Обычный аккорд А на пятом ладу, мы сыграем полностью весь ритм. Еще разок. Далее переходим к аккорду Ж. То есть мы сыграем на аккорде Ж то же самое, что сыграли с седьмого лада на Ашеме. Только немножечко другие лады здесь будут. Итак, поставили Ж, это барре. На третьем ладу указательным пальцем, далее пятый, четвертый на пятом, третий на четвертом и сыграем. Вниз, вверх, глушим, вверх. Далее удар вниз, мизинец ставим на первый, на пятый. Играем вниз, вверх. Далее мизинец переносим по первой струне на седьмой лад, здесь все держим. И вот с этим мизинцем на седьмом мы играем вниз, вверх. Далее мизинец опять на третьей по первой струне. Глушим. Глушим и вверх. Ставим назад, играем вниз, вверх. Давайте еще разок медленно. К следующему аккорду. Это будет аккорд F диез, но уже не M, а обычный F диез. Барре на втором ладу, далее третья струна на третьем ладу и пятый с четвертой на четвертом ладу. Сначала мы сыграем вниз, вверх, глушим, вверх, вниз, вверх. Точнее, еще разок. Вниз, вверх, глушим, вверх. А вниз мы второй палец уберем с третьей струны и поставим на первую. На первую струну, на третий лад. И когда пойдем вверх, опять вернем на третью струну. Вниз, вверх, глушим, вверх, вниз, вверх. И дальше просто один ритм, без переноса второго пальца. Итак, еще разок. Первый раз. F диез. А второй раз без переноса. Далее мы опять повторяем первую, либо еще раз играем вторую часть.